у кого? У асгардов или у джоков, не помню. Главное, Тимыч, код номер один. Да, без проблем, хорошо. Короче, давай тогда сделаем вот так, что я сейчас своим всем дам инфу. Завтра постараюсь приехать к 8, если вдруг чуть-чуть опоздаю, то ты там, короче, своих собирай, а я уже приеду и со своими зайду. И тогда мы дернем. Последний. Да. А теперь со скольки до скольки у нас РТ? Ну, желательно бы, конечно, желательно бы, да, чтобы оно было там хотя бы с 8 до 11. Вообще идеальный вариант это до 12, но как бы все мы люди-человеки, нужно отдыхать, спать. Так что, в принципе, если будет даже с 8 до 11, это уже неплохо. Но опять же, с тем расчетом, что, например, 8 у нас уже будет готовый рейд. А не так, что мы пришли все 8, там кто-то попу пошел помыть, кто-то покушать, кто-то чай сделать. И в итоге рейд собрался к 9. И как бы пойти в льду на 2 часа, ну, 2 часа в льде, даже с сильным рейдом, это... Все, да, давай. Главное, чтобы Настя в хэпале была. Ромбик печеньку, РДД, залейте, потом по боссу играем. Добейте босса, полмесяца просто клевите. Там одного моба, а потом отвели просто. Сейчас бешенство скоро будет, не то еще прижимать. Если сейчас не снимет. Снялось нормально. Че, бейте босса. Геру дайте. Ирел, собери этих двух и оставь их. Все, не бейте мобов, блядь. Оставь этих двух. Не бейте, Ирел, не бейте собирай. Мобов больше. Не бейте. Пояса нету нихуя. Хуй его знает. Должно по таймеру быть. Но это Сириус, тут типа по таймеру может не сработаться. Шаман какой-то, поставь ты мочи. Сейчас бешенство 10 секунд скоро должно быть. 10 секунд. Рано залез-то. Подтяни, подтяни, пожалуйста. Готовься бешенство. Готовься бешенство. Сейчас будет. Не, не по таймеру, должно позже быть, знаешь. Не кидаю. Надежда. Просто таунти. Отходи, отходи, таунти ДК. Забирай вар. Блять, у меня таунт был. Забираю. Заберите кто-нибудь. Угу. Забирай следующую ТК. Дальше отходите, просто треугольником станьте. Все. Забери. Угу. Отлично. Все, добиваем. Нормально.
Хуй знает, я сюда ходил, блядь, 9 лет тому назад. Ресенти. И на X2, блядь, за бессмертным, да. Ну, за бессмертным, да. Помню. Завтра рестер-шаман. Возможно, сразу два кота. Пиздец, ты меня вообще огорчаешь. Прям со старт. Блин, ну коты прям вообще хорошие. Там прям коты сильные. Если потом придет... Я могу в друида идти. Федек... Если там есть ДТ, я могу в друида уйти. Нет, ДТ нужен. Федек... А, кстати, что у вас по танкам? У вас есть танки? Протопал. А пан же протопал. Офспек. Ну, он ретрик, да, в основном. Отлично. А у Лока какой ник? Гнидыч. Гнидыч? Ну, мы его заставляем только хилом и танком быть, поэтому он уже давно не развивается. Я понял. Всех забанили? А, ну все, отлично. Супер. Суперски, суперски. Ты еще про меня скажи. Эй! Получается, мультиклассер, да? Да. Че ты про меня не сказал, Войт? Ты же кот. Вайпаешь пугу. Позор. Я когда херню творила в рейдах, пугарейдах, меня кикали бы. Сейчас тебя кикнут. Пошлите по инстам побегаем. Нет, нет, ничего сейчас. Нет, 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 нет. Наглый игнор. Это он так незначай сказал, подпишись. Стримкатик. Знаю я такое. Ушел. Я на X3 играла, короче. Ушла. Спать, просыпаюсь, захожу в игру. Плюс 100 гп. Просто откуда? Знаю, я одного хэпала. Я когда ДС-шкой играла.
ты? На БК уходят многие. Слышал? Фантаймы. Мне этот наследством Макс определил свое богатство. Только я еще не заходила. Слышал? Фейсфер, короче. А что такое БК? Бёрнинг Крусади. А что там хорошо? Патч на Офи, да. Вот мы ЛК играем. А сейчас БК открывает после классики, когда ты в темный портал заходишь и начинаешь качаться, орков бить. Понятно? Какая в итоге потом система будет? Консулут. Это когда одеваюсь я и мои друзья. Нормально? Я тоже хочу одеваться. Это была шутка, это была шутка, ребят. Это была шутка, на самом деле. Мы знаем таких. ДКП, да-да-да. Короче, если вы не будете говорить, что я кот номер один, я ливну от вас. Я топ-рога. Ты хэпал. Это обложка хэпала, а на самом деле я рога в душе. Да я еще когда в 206-м ходила, вот как ты сейчас в ШП играешь, передамаживала. Без капов, понимаешь? Не передамаживала, а нормально ДПС сделала. Блин, а я только недавно, прикиньте, одну фишку для кота нашел, короче. Думаю, чего все бегают? Оказывается, ПВП же трини работает нормально. Да. ПВЕ. Да. Бля, там такая сладкая трини есть. Я вот думаю, надо будет БГ побегать. Там на ловкость есть такая неплохая. Мини-выбор. Да-да-да. Кому? Кстати, слышь, Войт, короче, вот это медальон, вот это с Наксу, короче, такая хрень оказалась. Пиздец, она вообще никакого бурста не дает. Надо нам с тобой посоревноваться ДПС. Короче, коту... а чё, пока всю ловкость не сделал. Сейчас, короче, только в ловкость забиваться и все. Остальное без толку. Ну, считай, крит плюс ап. Про... что-то говорит. Это у Тимы Чайха. Я про РПБ спрашивала. Коту не надо РПБ? Ну, надо, но только на этом... Ну, я могу сказать за всех. Сейчас никто не соберет капы, потому что шмота нормального нет. Хоть и, казалось бы, в ульде есть 239, но мы хоть в ульду ходим, нет. Не, я собрал почти кап этого. У меня кап меткости, кап мастерства, почти кап крита. Но РПБ даже при всем желании, даже с учетом трини,
А при том, что РБКшная и Наковская трени, они, сука, не стакаются, то, блядь, 1400 РПБ, ну, собрать это пиздец. Я же говорю, это сейчас вообще Unreal. Я даже о комбате не задумываюсь. А еще и надо, короче... Фуриком. Еще, короче, надо это для кота сейчас имбовые расы, это вот эти, как за репу, как она, ночнорожденные или как они там? Ночнорожденные. Ну, я не знаю, я вообще играю Ауреном, мне нравится крит-крит, как раз таки роги, это вообще зашибись. Я думаю, но... тебе тоже зашибись. Это прикольно, да, там статы больше подгоняются, но, блядь, то, что у тебя раги не хватает, это пиздец. Ну ты поставь себе, поменяй этот самый, таланты, бла-бла-бла. Я тоже порой полбоя стою без раги. Я играю нагой, она быстро плавает. Блин, у меня просто, я когда смотрю на тебя, у меня кровь из глаз, понимаешь? Вот эти наги... У моего парня есть. Что хочешь? У него там какие-то алмазы, не алмазы, что-то такое лучше, чем алмазы. Я не понимаю вообще, мне предлагал играть. У меня тоже в Майнкрафте есть алмазы. Да. Да-да, он мне говорил, что-то кто-то из них... Я, короче, зашла, там какие-то невидимые сверху башни, кого-то отправлять, что-то ставить. Короче, я поплакала с этой игры и выключила. Да. Ну а вы что, на БК не собираетесь? Я нет. Я поиграла на офе, мне не понравилось, мы просто с братом прокакали деньги и все. А что не понравилось? Ну, вообще, ну, как бы... Там админ-панель, что ли, не работает, получается? Чё? Админ-панель, которая СХ? Не-не-не, мы таким не пользуемся. В скобках нет. Это была шутка. Ну, если знаем, то пользовались когда-то раньше. Вот фишботом пользовался в Алдоране. Алдоран — это раньше такой был сервер. Чем пользовался? Фишбот, фишбот. Ставишь на ночь на седьмой винде и утром собираешь рыбу. Вообще-то я по ачивкам монеты собирала в Долоране. Я сегодня, короче, лаву поставила делать. Смотрю, компьютер сам стал загружать это обновление. В итоге просто минус время. У меня, короче, напряженная неделя будет, кстати. Я буду опаздывать. Я вот четверг, у меня единственный выходной. Ну, скорее всего, буду ровно к 7, либо опаздывать к 8 даже. Я вот вчера пришла домой в 10 вечера, представляешь себе? Мне зашибись, мне и засыпать надо пораньше, чтобы вставать пораньше. Да, я понимаю. Да ты вот... Да нормально, все нормально. Конечно. Конечно, договоримся. А потом в очереди сидим на замену. Как хорошо, что скиллы всегда нужны. И рейд такой. 5 танков и только 20 скиллов. Замечательно. И у каждого своя тактика. Извините, пожалуйста.
Тут самый унитаз? Ну, мы плаваем по зеленой жиже. Я уже на завтра эти риги приготовила, чтобы роги, этот, пояс и сапожки сделать модные. Только у меня перекаптер меткости и мастерства будет. Не знаю, что делать. Да, проблема. Хилить холипалом получается. Нет, блин, не могу растянуться на два рейда холипалом. Да будет, он будет, надо в хэмке делать, черт их подери. Да, глаза всем нужно открывать, спички ставить прям, понимаешь? А то люди, короче... Вот рекаунт на все окно открывают и вот долбит свой рекаунт, понимаешь? И ротацию тоже на полэкрана. И все. И стоят в луже в войд-зонах. У меня прям от таких, не знаю, нервных клетки вообще не остаются у меня. А я хил, мне похрен, сама себе захилю. Ну, стоял, да? Стоял немножко. Не подумаешь. ХПС набью. Чуть-чуть. Я, короче, сидела в гильдии на X3, а там девчонка РЛ, короче, была. Или ГМ, не знаю. И она после РТ, она садилась, короче, пересматривала все эти четырехчасовые записи. Прям вот с детальной точностью. Я потом утром заходила, у меня всегда было плюс ГП. Это не так сделать. Я тоже ДЦ-шкой играла. Вообще, я вокруг рейда прыгала. Там же ничего кастовать в основном не надо, и уже как бы настолько одет, что абсорбит достаточно много. Разве что там знал, на каких-то боссах нужно будет там зубы, все время восстанавливать это, то, все. А мне все равно ГП летело. Не знаю как и откуда. А сколько там щитки примерно тебя поглощают? Щиты? Ну, там есть формула. Все от СПД зависит, смотри. Ты бери все камни на СПД ставь. Я не знаю. Понятно. У меня было 5000 с чем-то, у меня поглощало где-то 10 000. Мало. У тебя сколько сейчас СПД? У меня 2 с копейками. Ну вот. Я на X3 у меня было. Сколько там? 5000. Ну это анбафом было. Около 6000 поглощений идет. Чтобы при 5000 такое маленькое было, даже не знаю. Ну, это анбафом. Смотри, у тебя же еще божественное вмешательство, или как-то оно называется, еще один щит, который... Нет, смотри, еще дополнительно щит вешается, помимо твоего. Он где-то в самом низу ветки. Вот, и он тоже поглощает. Ну нормально, смотри, на лече у меня с пула было 50 тысяч хпс, когда ты на всех раскидываешь и чуму поглощаешь. И никто не хилил, ты просто 40% хила сдаешь, 50% почти. Тут надо успеть еще развесить на весь рейд, конечно. Ну да, за 17 секунд я знаю на каждом боссе, когда нужно заранее что-то раскидывать. Я как бы привыкла. Точно так же на роги и на паладине. Но на паладине что-то я уже как-то устала. Я не знаю, я играла на паладине на друиде большую часть времени, поэтому для ДЦ для меня сейчас это ад. Не знаю, мне казалось, это самый блаженный класс. Бегаешь вокруг рейда, пока все умирают, а ты кидаешь, прыгаешь. Не знаю, как друид самый простой. Понавешал охоток и стоишь, АФК, до конца боя. Нет, смотри, у него там несколько кнопок, а ты бегаешь, просто одну кнопку тыкаешь, и все.
Ну да, ну, это все само собой. Я бы пал, он самый простой вообще. Там ну, нет. Нет, мне не очень нравится. Да? Я хотела хапала, ой, кого там, ДЦ сделать, но снова качаться... Давай меня, ты хапала сделать ДЦ. Можем просто так аккаунт. Ну, не против. Самое трудное, то, что вот настраивать хилбот под себя. Да. Или что-то. Не знаю, мне это сколько, наверное, 5 настроить это все по времени. Я уже столько раз его настраивала, столько раз слетал, что это уже все. Какое-то время на X3 какие-то баги были, что я каждый раз заходил, каждый раз мне приходил все с нуля настраивать. А ну это можно же перенести по там в консоли. Должна быть где-то кнопочка. Ты ее нажимаешь, у тебя твой этот хилбот на все аккаунты распространяется и на персонажа на всех одинаково остается. Нет, это одно. Не только хилбот, но и все остальные аддоны просто слетали. Еще и кнопки, клавиши тоже слетали. Кнопки это, конечно, да. Не то, что слетали, там скорее другие разные кнопки стоят. Вот в чем проблема. Ну, все возвращалось к тому, что у меня экран становился квадратным. И когда я заходила, у меня же автовход. И он просто не заходил сразу. Ничего не было настроено. Все было с нуля. Вот я захожу, все прекрасно. Я не знаю, почему. Может быть, это старый ноутбук был. Может быть, в нем дело. Но мне кажется, это в игре проблема. У меня с полгода назад это аддоны постоянно слетали. Постоянно переделывала, все перенастраивала заново. Ну да, да, где-то так. Войд, все, твоя ячейка хлам Войда превращается в гильд ячейку. Печалька, печалька. Но у него там мясо, короче, северное лежит паками просто. А ты каждому на почту отправь, вот прям распредели. У меня везде так. Я когда у меня места не было, у меня почта была засрана на каждом твинке. Не знаю, мы создавали отдельную гильдию, и зато у нас весь хлам загружали в банк. Мне не хватает места в гильдии. У меня есть отдельная гильдия, но мне там не хватает места. У меня до сих пор просто по почте все распределяется. Я вот жду момента, когда можно будет задорого продавать абсолютную пыль, слитки титановые стали. Ну, смотри, я просто выставляю на аукцион, 5 штук за 100 голды. И выставляю таких лотов. Штук. Так вот кто засирает весь аукцион. Да, 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 и за ночь приходит 5000 свободно. И осколки грез я ставила по 100 голды. И выставляла вот эти вот 1000 осколков грез. И люди реально покупали за такую цену. Я тебе отвечаю, как я делала деньги на X2. У меня где-то даже скрины были, выставляла и... Ну, сейчас оно все потерялось. А? Да, нужно, кому ты это думаешь? Висит, пусть висит. Пипец, у тебя долгий каст. У меня же уроги вообще каста нет, так что мне так стрёмно смотреть.
а у паладина? Я за шипы какое-то время играла, да, сейчас вообще не то. Я и качала шипы, и играла. Что-то у тебя с агром показывает. Я, кстати, оуман не качала, потому что у меня в хилботе все есть. У меня в воду показано все это. Не знаю, он только лишнее место занимает, мне кажется. У меня тоже, кстати, у Войда все слишком... У меня панели, которые не нужны, они спрятаны. Ну, на ДЦ скажу, что слишком много панелек нужно. Мне пришлось добавлять даже пару штук. Ну да. Блин, ну вот играл я Арканмагом на X2. Но там панелек не надо было много. Две кнопки. Ну плюс глыбы на всякий случай. Ну ладно, и скачок пускай тогда будет уже. Раз на то пошло. Бусты все в одну кнопку. Можно вообще с помощью макросов все забиндить и... Да. Как Arms War. Одну кнопку жмет, а там 4 скилла. И сколько там? Слушай, я тут обратила внимание, что ты когда напали хилишь, ты никогда под боссом не стоишь. Никогда? Никогда не обращала внимания, что тебя под боссом вообще не видно. Я знаю, где мне нужно, нужна мана, а где нет. Ну, раньше я всегда стояла, потому что мне маны не хватало. Сейчас нормально. А, и плюс есть такие боссы, где нужно бегать за вами. Я не до всех достаю, и приходится стоять с вами в рендже. Потому что вместо того, чтобы убежать вправо-лево, вы бежите прямо назад. А я стою у босса и вообще не достаю. Я вот как-то самое бегаю за вами. Сейчас у меня день рейдерства. В этом случае я тебя понимаю. У меня был момент, когда у нас по ИПГП я, наверное, почти год ходила за Триней. Она никак не падала, либо она мне не доставалась по ИПГП. И пришел человек, я на неделю пропала, был срез ИПГП, пришел человек и с первого же рейда забрал Трини, за которой я хожу год. Это вот было очень-очень обидно.
Так, значит, я не ходила в Ульду, да? Там собирают Ульду 25, 2DD, РДД. Как думаешь, они моего Ретрика возьмут? Я хожу этого рогу, я одела до 217-го именно с пугами. Ну ладно, с 206 по 208 я одел с гильдией. У меня на 25 тоже КД нет. Ну и хватит. Давайте в 10 человек покрывай 25-ку, подумаешь. О, ДД, РДД и ДЦ. Они как слышат. Я почитала тактику. Мне нормально. На кого? А тактика есть. А то я, короче, подумала, что это нехорошо приходить так. Ты как начал где-то в 00 времени, ты через полчаса закончил, а у меня все время Гомер был в голове. Понимаю. Это знаешь, у нас еще что было? Мы же выбирали пугов и на синдру. И как раз таки вот на серве появились вот эти 3D-метки. Люди, короче, знаешь, что делали? Они сначала становились эти метки, человек, который с глыбами. А потом они, короче, что-то, я не знаю, у них перемкнуло. И они стали, короче, думать, что нужно складывать пазл. Звездочка должна идти в звездочку. А чили, которые без этого, они, короче, вайпали нас. И вот спустя 5 вайпов мы поняли, что они творят. Насколько дурачки могут быть попасться. Все, меня, короче, прогоняет мама. Эдиса. Ладно, всем спасибо.
Я спрошу насчет этого аккаунта. Мам, аккаунт, не аккаунт. Даст, не даст. Пришло ваше время. Он просто конченый. Этот громобой спекнись обратно хила. И надо одного хила будет найти. Вот хиба мне там. Желательно нахуй летал. Слышишь, громобой? Да, блядь, сними все бафы, нахуй, если ты не видишь, что на тебе диван, и дохи. Просто, блядь, правый, ну, вообще, молодец. Пикаюсь. А на ролю я на Элха, если не против ты. Я помню, хорошо. А есть какой-нибудь хил? Заги там или еще что-нибудь. Желательно хулипал, но можно и родру, в принципе, шамана посадим. Я хулипал нашел все. Дайте респу. Мудила ебаная. На алкаше. Да он и прошлого босса спулил нахуй. Еблан. Это чё, тот пал? Ну, это который, блядь, алкаш. Пидорюга, блядь, ебаная. Я, наверное, не успею этого босса. Всем спасибо, я пошел. Давай, удачи. Это хил. Это какой хил? Шан, который. А это хил, да? Или ну, нет? Нормально, мне Ардрот писал. Это кто сейчас говорил? Спать, да?
Айда хил, да? Вот, да. Брка. Шкаф поставьте, что надо. Я вроде метки нормально поставил, блять, точно не помню, вроде нормально. Луну поставь дальше. И ближе в ту сторону ромб. Луну дальше поставить. Она и так далеко стоит, ну. Сюда луну поставить? Да не. Не так далеко. Вот так типа. Так, поставь рыбу, пожалуйста. Отлично. А вон рыба. Хавайте рыбу, фулбаф порейду. Вон там джир стоит еще, ромбик на нем метка, если что. Так, у нас все тут уже, друиды сумнули. Друид, ты в дискорде? Обезбашка. Так, паладины, давайте так. Ты что там азичам бафал? Кулаки, по-моему, да? Если не ошибаюсь. А этот, натюрморт, подожди, натюрник ты тут? Натюрник ты тут? Обезбашек, короче, бафай тогда МП5, а азичамп кулаки и натюрник каск. Все, и так будете бафать все время. Алёша, Battle Rest, ты тут? Наверное, еще не сошел. Он даже в ПВЕ. Я думал, по нику он фулл ПВП, но... Да я на X4 только пришел, я на X2 играл, говорю, что... Не, я в какую-то гильдию пошел там, не знаю, беременный или как вообще, не знаю пока. Типа, Макс и Ульда это такое, ну типа, не то, что, скажем, я силен. Давно тут не был, поэтому как бы такое. Я весь актуальный контент знаю. Ну, следующее, что будет, там, включая ZS Hampton и так далее, свой шай. Здесь, ну, такой. Ну, посмотрим. Смотри. Так, Арчина... Этот, блядь, Арчина полубаф, но сейчас я по-быстрому скажу, что к чему. Солодка дева. Да-да, короче, смотрите. Поставь два угла еще метку на платформе. Меликом и ДДшником. Это я сейчас поставлю, секунду. Я просто хотел посмотреть на ФК-чек. Друид, ты зашел, Удис? Я просто ждал, пока друид зайдет. Просто у него ник такой ПВП-шный. Смущает, мне кажется, первый отлетит. Ну, хотя ладно, плохо. На ФК, наверное, в Диз заходит. Короче, он уже поставили. Ну, милики бьете в крест, в кресте, только не подходите ближе. Вот именно на этой, блядь, квадратной этой платформе. Не подходите ближе, чтобы не заделал лужи. Вот именно где-то в крест становитесь там и так далее. Ну, вар, ты, я думаю, знаешь, станчишь босса там и будешь его танчить. РДДшники стоите везде. Когда скажу, подбегаем все, бежим все в печеньку и начинаем бежать. Как только пробежали в печеньку, ждем там секунды, наверное, блядь, 3-4, по-моему, да, появляется эта хуйня, такая лава, эта зеленая, да, которая вылазит. Потом сразу бежим в трусы. Дальше уже столько долго не ждем. Появилась эта хуйня зеленая лужа, быстро бежим. Появилась, дальше бежим. И так по меткам. Добежали до полумесяца, опять эта лава выскочила, обратно побежали. Ромбик, трусы, печенька и так далее.
не стоим, не ждем, не слакаем. Как только эта хуйня лава вылезла, сразу начинаем бежать. Простоим.